Всем приветули! Угадали, что будем готовить? Конечно же, вкуснющую рыбу, ишхан. Красный коралловый вкусный ишхан, свежайший. Вот что нам для этого нужно. Это картошечка, крупно, вот я нарезала, все заготовила. Рыбка тоже крупная, почищенная. Тархун сушеный, красный перец, сливочное масло, кинза, и соль, и черный перец. Все. Все. И всем здравствуйте. Вот, Здравствуйте. помашите нам, не стесняйтесь. Это большой Стесняется. привет Марине. Сегодня моя подруга говорит, что нету большого. Видео ждет, да? Твоя невеста делает. Ага. Вас не только Марина ждет, вас все любят. Все пишут хорошие комментарии вам, лайки. Все любят. Я их тоже люблю. Все. Стесняемся, да. Я картошку поставляю вниз. Угу. Вот так. У меня невестка почистила, порезала. Мы Все. все вместе, да. Да. Как раз. Угу. Супер. Вот и луковицу добавим для аромата. Чисто вот пополам разрежьте ее. Это так вкусно, друзья. Вы даже себе не представляете. Ну, хотя, можете, представляете. Наша стесняшка. Я вот так. Угу. Чтобы аромат не для кушания, Ну, а. конечно, да. Понятно. Немножко соль. Угу. Картошка любит соль. Угу. И оставляем уже рыбу. Угу. Наверх ставим, Наверх, ложим да. рыбу, да. Угу. Ну, видно, что Катя порезала. Я люблю крупно. Нет, это не так. И голову тоже давайте, я люблю. Угу. Почистить надо. Еще. И давайте, знаете, что масло сливочного поменьше. А, Все-таки нет. я стараюсь меньше есть сейчас жирное масло такое. Нас натуральный красный перец, поэтому немножко она твердая, вот так. Угу. Тархун. Угу. Хватит. Пара минут. Угу. И у нас есть замороженный кинза. Угу. Черный перец чуть-чуть. Да. Все. О. На рыбу Еще. На рыбу не положи, не насыпали, да. и масло надо. Угу. Живой процесс. Без монтажа, друзья. Мы как за стеклом. У нас свой тут не дом 2, да слишком низко для нас. Мы покруче, конечно же. Зазеркалье. Немало поставляем Да. масла для Кати. Угу. Все. Ну и рыба, я ее резала, она жирная, эта рыба. Это все. Воду чуть-чуть, чтобы его закрыли. И Угу. все. Потом, если картошка будет уже готова Угу. внизу, Угу. Вот, друзья, показываю, сколько воды. Немного. Оно даже все немного. не закрыло до И конца. когда будет кипеть, Угу. на мелкий огонь Угу. Все. Друзья, ну вот наша рыбка. Только закипает. Красота. Сейчас остановлю и фото сделаю. Вот и готова наша рыба.
прекрасно, вкусно и полезно. Знали бы вы, как это пахнет, скажите. Очень вкусно. Ну вот и готово все, наша рыба вкуснющая. Ставьте лайки. Подписывайтесь и делитесь нашим. Будем знакомы. Да, все, нам приятного, и кто тоже кушает, тоже.